Створити ось цей оперативний плацдарм ми зможемо, коли у нас з'являться західні винищувачі. Ну і до цієї теми там ж вчора Ігнат написав, що Newsweek, начебто, не видає бажане за дійсне, тобто що F-16 ще в Україні немає. Але сьогодні це видання уточнило свою інформацію про прибуття в Україну F-16. Румунська редакція журналу пише, що перша партія цих літаків почне надходити за кілька днів, і за інформацією видання, 18 літаків вже готові до постачання. Ці 18 літаків змінять ситуацію на полі бою? Эти публикации довели Игната до икоты. Сейчас будем искать нового спикера для воздушных сил. Я сам летчик, мне болит за своих побратимов авиационных. Ну, нельзя так над человеком издеваться, в конце концов. Дайте ему уже отдохнуть от этих публикаций. F-16 он не подтвердит, даже если сейчас самолет у нас есть, он же не подтвердит эту информацию. А ему приходится отбиваться от этих подач. А чему? Давайте мы... Ну, потому что если нет команды и нет реальной картины использования, допустим, однозначно не подтвердит. То есть сейчас так называемый период тумана войны, это очень важно, когда заходят или готовятся зайти, или уже зашли определенные средства поражения, новые, а надо обязательно прикрывать этот заход туманом войны, причем он должен быть, то есть информация должна быть разнополярной, это очень важно. Одни говорят, что зашли, вторые говорят, что не зашли, и там начинается этот вот это перетягивание каната, от которого у российских аналитиков, которые подают чуть ли не каждый день справки аналитические на командование, у них просто должны загореться мозги. То есть закипеть там все, может быть, когда увидим этот дымок из каких-нибудь штабов, мы будем понимать, где эти мозги находятся, и туда прилетит очередной штормшедоу или Нептун. Сарказм, конечно, но примерно так. Так вот, сейчас видно, что этот надувается туман войны. Значит, либо уже произошел, либо идет заход, либо в ближайшее время будут поставлены такого рода средства поражения. Пусть это будет F-16, это может быть не только F-16. И выполнять задачу, даже ту, которая вот в последнее время несколько выполнено ударов, могут не только F-16, и Грипены, и Еврофайтеры. Ну а для россиян, для российских мозгов, чтобы побольше дыма было, потому что мы не видим, где там этот дымок. И F-35, и F-22, почему нет, летный состав, который умеет летать на МиГ-29, на Су-27, одинаково по времени переучивается, что на F-16, что на F-35 или на F-22. Ну, 35, там так Ігната і поправляють, кажуть, ви кажете, F-16 немає, то, можливо, F-35 вже є. Ну, F-35, конечно, нам никто не даст даже просто попользоваться. Это все-таки новейшие самолеты, то есть там каждый самолет под колпаком. А F-22, вот это да, это тот такой же стелс пятого поколения, который тоже не виден на локаторах россиян. А вот они как раз этого и понять не могут. Они видят, что у них самолеты падают, а с чего их сбивают, они не поймут, они не видят пусковую платформу. Ну, то есть они не понимают. Ну, вот им можно забросить. Ну, раз не видят, значит, невидимка. А невидимка — это стелсы. А стелсы — это как минимум два борта, F-35 или F-22. Пусть додумывают, потому что мы не можем найти, где эти мозги, которые дымят. Надо же целеуказание определить. А реально некоторые, ну, технически уже у нас могут быть самолеты разного уровня. То есть я их назвал сейчас 5 модификаций, которые могут, в принципе, технически уже быть и использоваться в боевых условиях, так как летный состав уже 3-4 месяца обучается, переучивается. А раз так, то, значит, летчики уже давно, те, которые начали, допустим, с сентября месяца, они уже сами летают на боевых самолетах. И на боевое применение тоже могут летать. Дело в том, что там есть определенная программа тренировочных полетов на боевое применение. Их можно выполнять не на полигонах, а сразу в боевых условиях. То есть, и этот момент не исключаю, что какой-нибудь из наших бортов самолетов взлетает где-нибудь в Румынии, в Польше или еще где-нибудь, садится у нас на аэродроме подскока, на оперативном аэродроме, там дозаправляется, если это надо, выходит на боевую задачу, выполняет ее и возвращается обратно на базу в Европу, подтверждая выполнение тренировочного полета или контрольного какого-нибудь.
вывозного. То есть это возможно технически, я не говорю, что так есть, я говорю, это возможно технически. Технически и теоретически это, естественно, возможно. Потому надо пожелать Игнату выдержки, пусть уже как-то потерпит, пока подойдут F-16, вернее как, не подойдут, а когда ему дадут возможность таким радостным тоном сказать «да», F-16 стали на боевое дежурство. И мы с ним тогда